Всем привет! Сегодня у нас воскресенье, и вот мы приехали, значит, в протестантскую общину. Здесь церковь «Новый шанс». Значит, небольшая такая община. Вот в таком красивом месте находится здание. В этом здании собирается несколько протестантских общин. Значит, американская и по-моему, еще какая-то. И, значит, русскоговорящая вот эта община, со всего Советского Союза здесь есть люди. Значит, сегодня сюда приехали гости с Флориды, ребята, музыканты. И вчера я показывала фестиваль интернациональный, и там они выступали. Очень талантливые ребята, профессионально играют. И я постараюсь сегодня снять еще их выступление. И красивые сегодня горы. Дождик немножко накрапывает, ну прям совсем-совсем чуть-чуть. И вот там над горами вот так вот все собралось. И они как объемные такие сегодня, куда-то вдаль туда, красиво. Очень тепло, хорошо, ни ветерка. Вообще сегодня погода замечательная. Мы с утра сегодня уже погуляли, а служение здесь проходит, оно проходит не с утра, оно проходит в 2 часа дня. Потому что по очереди это здание используют несколько общин. И вот у этих ребят проходит в 2 часа. Ну и вот сейчас мы туда идем. Иисус, с тобой иду, Иисус.
Называется «Дом молитвы». Если кто будет в Джексонвилле, приезжайте к нам в гости, пожалуйста. It's called the House of Prayer. If you're ever in Jacksonville, please come visit us. Америка — это страна протестантов. Значит, протестантское служение здесь распространено. Разные варианты, разные деноминации протестантские. Много и других, значит, есть и католики, и все остальные религии присутствуют, но основная, это как в России идет, основная — это православие, и все остальные тоже присутствуют, но в меньшем количестве. То здесь наоборот, основное как бы ядро составляют протестанты, и все остальные присутствуют в меньшем количестве. Значит, Анкоридж. В Анкоридже очень много церквей. Просто очень много церквей, церковных зданий, общин всевозможных, разных национальностей, разных деноминаций. Мы не все еще объехали. Если получится, то я, может быть, кое-какие сниму. Просто не очень удобно иногда снимать, когда идет какое-то служение. И многие служения, они на английском, поэтому даже в русской церкви идут некоторые, значит, проповеди на английском с переводчиком, потому что есть люди, значит, американцы приходят, которые языка не знают, поэтому есть переводчик. Но мы когда приехали сюда, мы приехали по программе Лаутенберга, это поэтому я объясняю это, потому что некоторые задают вопросы, по какой программе вы приехали. Мы приехали как беженцы, как верующие протестанты по программе Лаутенберга. И, в общем-то, поэтому у нас есть какая-то помощь от программы. Хотя мы приехали через католическую службу. То есть здесь нам помогает католическая служба. Как бы, но католическая служба помогает всем беженцам. Тут по программе Лаутенберга могут выехать и евреи, и евангелисты. Евангельские христиане, так в России называют протестантов в основном. Значит, для тех, кто верующий и собирается переезжать, допустим, на Аляску. Мы приехали в Дельту, значит, проехали Фэрбэнкс, проехали Василу, и вот мы теперь, значит, мы в Анкоридже. Что сказать по церквям? Если вы харизматы, харизматов здесь нет, просто не существует. Значит, есть продвинутые пятидесятники, пятидесятники и пятидесятники закрытые. Мы встречали в Дельте и баптистов, есть баптисты. Я думаю, что здесь они тоже есть. Просто мы не баптисты, мы харизматы, но харизматов вот мы здесь не нашли. И мы так вот приходим в гости вот в эту церковь, и в американские церкви тоже вот ходим иногда в гости. А, ребята, если здесь есть харизматы, пишите мне
Может быть, встретимся, пообщаемся. Если вам не хватает общения такого, хотя бы просто будем встречаться, разговаривать. Потому что нам, допустим, не хватает. Вот так вот весь город в таких вот цветущих растениях. Такая красота. Очень-очень много цветущих всяких растений, ароматных роз, и вот таких вот всяких вот желтеньких, беленьких каких-то. Эти вот такие, а эти, смотрите, вообще вот яркие. Вот интересно, что это за растения? Такие они прям глаз радуют. И везде цветы. Вот чем мне нравится Анкоридж, это просто город цветов. Здесь специальные есть такие гринхаусы, это большие теплицы, где выращивают цветы специально для лета, чтобы вот весь город украсить быстро этими цветами. Очень-очень красиво. Вот, хочу показать, здесь есть яблочки. Вот такие вот, вот такая вот красота. Вон много-много. Я уже в некоторых своих видео показывала, что на Аляске растет очень много, ну почти все. Яблоки, абрикосы, вишня, черешни не растет. Очень много всего растет. И есть даже крупные сорта яблок. Такие вот они тут успевают успевать за это лето. И тем более много света, потому что половина лета, как это, светлая такая ночь. И вот так вот. Ну, это вот просто дикое. Растет так для украшения. Ну все, всем пока-пока. Радость переполняет меня с момента встречи с тобой. Надежду и свет мне подарил, я любим тобой. Радость переполняет меня с момента встречи с тобой. Надежду и свет мне подарил, я любим тобой. Иисус, с тобой иду, свободен я пою. Заполнил присутствием, меня благословил. Всякий страх, что таился во мне, ты сердце удалил. И заполнил присутствием, меня благословил. Иисус, с тобой иду всю жизнь свою. Я для тебя живу, свободен я пою.